Бракоделов много развелось, держат их ввиду нужды великой. А такой забить не может гвоздь, губит доброе и превращает в липу. Все тяп-ляп, абы от рук спихнуть, и скорее за стопку, за бутылку. На коне не снасть, изодранный хомут. Как же бракодел всем опостылил. А ему хоть ны, вода как с гуся. Чистится при деле бракодел. С ним беда, никак не состыкуйся. Не скажи, облает, как кобель. После бракодела выправляют, мажут, скоблят, долго штукатурят. Клеят и скрепляют он соплями. Пополня болтают, пьют и курят. Самый страшный в мире бракодел есть священство, то есть поп-епископ. Как же он не видел, проглядел. К таинствам таких не подпускать и близко. Вот крещение, как погребение символ, умершего нужно схоронить. Не зарыл, и врет, как мерин сивый, вместо погружения льет за воротник. Мокрая ладошка, разве баптистерий? Как в ладони погрузить кого-то? Благодатью назовут, все стерпят, а в ладони нет и счастья сотой. Бракодел прикрылся благодатью. Можно, мол, слюной крестить, песком. Есть канон о погружении, кстати, только с погружением полным. Вот закон. Сколько же успели перепортить? Надо на обманутых опять крестить. Не крестившихся с попом обымут скорби. Снова Бог священство пустит на распыл. 12 сентября 2008 года.